Алло. Добрый день, Валентина Павловна. Добрый день. А кто это? Нет, вы меня не знаете, просто... Сейчас загляните под стол. Видите сумку? Да? А что происходит? В сумке бомба. И она сработает дистанционно, когда я захочу. Сядьте, я вам говорю. Я сейчас за вами наблюдаю, поэтому давайте без глупостей. Что вы хотите от меня? Что я вам плохого сделала? Что я хочу? Вы это сами поймете, если дослушаете меня до конца. Если нет, то уже вы никогда не узнаете, что я хочу. Мы ведь договорились? Да. Вот и хорошо. 2 года назад ваш муж застрелил моего сына. Он же у вас майор ФСБ? Да. В то утро я отправил своего сына в банк, чтобы он снял деньги с моей карты и должен был заплатить за семестр. Он у меня учился во 2-м курсе. Хотел стать архитектором. А ведь он тоже хотел жить, как нормальные люди. Завести семью. Он случайно. Я помню эту ситуацию. Там было ограбление, перестреляли всех полицейских, которые приехали на задержание, а потом подключили спецназ ФСБ. Он случайно не хотел его убивать. Случайно? Он был в ужасе и остался стоять на месте. Его расстреляли вместе со всеми налетчиками. Он просто был в ужасе и не мог упасть на пол. Когда ваш муж кричал мордой в пол, он его застрелил. Он застрелил 18-летнего ребенка вместе с бандитами, которые были в масках. Какая тут может быть ошибка? Куда только я не обращался, чтобы ваш муж ответил за свое преступление. Бесполезно. Сын у меня был один. Его мать умерла от природы. Я растил его один, хотел, чтобы он ни в чем не нуждался. Выживал. Были 90-е тогда. Я 2 года бегал по судам и по прокуратурам. А он так и не получил никакого наказания. А сейчас я понял, все это бесполезная трата времени. Его отстранили от обязанностей и через 1/2 года восстановили на ту же должность. А через 3 месяца повысили в звании. Я как офицер в отставке могу сказать одно. Он не офицер. Он, сука, подзаборная, блядь. Что вы хотите от меня? Хотите, чтобы он сюда приехал? Нет. Я хочу, чтобы он почувствовал эту боль, через которую я прошел. Но когда узнал, что у вас нет детей, я решил убить его близких. А у него, кроме вас, никого нет. Я утащу его на дно. Вместе со всем этим дерьмом. Когда вы услышите в сумке сигнал, вам жить останется еще 2-3 секунды.
объятиях. Честь имею.